Настроение приподнятое, лица счастливые и наполовину в Госсовете новые. Так, с новыми портфелями на сессию первый раз пришли депутаты 6-го созыва. Всех избранных парламентариев поздравил Рустам Миниханов. Сформирован работоспособный парламент, в который вошли деятельные и авторитетные люди. Поздравляю всех депутатов с избранием. Тоже можем поаплодировать нашим депутатам. Уверен, несмотря на различия политических взглядов, все вы едины в стремлении добросовестно служить многонациональному народу республики, обеспечить выполнение наказов избирателей. Все вопросы сегодняшней сессии так или иначе были связаны с именами. Предстояло решить, кто из депутатов займет какую должность. Где-то нужно было уже утвердить заранее подготовленный список, где-то, как в случае с избранием председателя Госсовета, сохранялась интрига. Кандидатов было два. От фракции «Единой России» Фарид Мухаметшин и от фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. Оба представили свою программу. Намерен гарантировать, что любые конструктивные инициативы будут рассматриваться в созидательном ключе, вне зависимости от их партийного окраса. Заявляю, что буду четко выполнять свои функции, точно, конструктивно, с соблюдением регламента Госсовета. В итоге большинством голосов председателем Госсовета избрали Фарида Мухаметшина. Всем огромное спасибо за оказанное доверие, как в той песне. Впереди дорога, позади дорога, впереди, пожалуй, потрудней. Следом места в президиуме заняли заместители председателя. Ими избрали экс-министра Марата Ахметова, Юрия Камалтынова и Татьяну Ларионову. Секретарем, как и ранее, будет Лилия Маврина. Возможно, больше будут направления, связанные с сельским укладом жизни, сельским хозяйством, природоохранной деятельностью. Своих руководителей обрели и комитеты. Их теперь будет 8. Новым комитетом по жилищной политике и инфраструктурному развитию будет руководить экс-глава Зеленодольска Александр Тыгин. Во главу угла работы комитета, значит, на мой взгляд, прежде всего, это вопрос инфраструктурного развития. Если регион инфраструктурно развивается успешно, то все остальные происходящие от этого вопроса, экономики, жилья, они будут решаться намного лучше. В Госсовете вместо представителей 5 партий может остаться 4. Депутат от ЛДПР Эдуард Шарафеев заявил, что после высказываний Владимира Жириновского он поставил вопрос о выходе из партии. Какую позицию займет партия, и, соответственно, дальше уже будем принимать решение. Я просто еще раз хотел обозначить свою позицию по данному вопросу, что мы в республике, в принципе, работаем сплоченно, мы работаем для своих избирателей, и мы, отстаивая интересы Татарстана, всегда будем идти до конца. Мнение парламентария по поводу Жириновского в кулуарах Госсовета поддержал Ментимир Шаймиев. По сути дела, у нас он ничего не мог править. И таким, каким был, таким и остался. В общем, не изменишь. Также сегодня решили, Госсовет Республики в Совете Федерации будет представлять Геннадий Емельянов. Еще утвердили состав президиума Госсовета, его комиссии, а число депутатов, работающих на постоянной основе, увеличили с 20 до 22. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.